Депутаты Омского городского совета обсуждали, как будут выбирать мэра Омска. С этого года прямые выборы заменяются на утверждение кандидата губернатором и горсоветом. Порядок такой. Сначала документы желающего стать мэром рассматривает специальная комиссия, в которую войдут 12 человек, половину из которых назначит глава региона, плюс по одному депутату от каждой фракции горсовета и два почетных гражданина Омска. Потом за кандидатов голосуют на заседании горсовета. Победителем считается тот, кто наберет не менее 21 голоса. Однако в проект также внесли изменения. Оказалось, что член конкурсной комиссии тоже мог выдвигать свою кандидатуру на пост мэра. Процедура голосования, предполагается, что она у нас будет проводиться открыто, поименно. Действительно, вопрос был поднят очень важный. А если член конкурсной комиссии пожелает выставить свою кандидатуру в качестве будущего мэра города Омска? И действительно, это получается, уже человек имеет прямой интерес. И поэтому я считаю, что это правильно поддержано предложение о том, что такого не должно быть.